приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня предлагаю идею приготовления самого доступного салата. Сегодня готовим винегрет. Продукты, которые нам понадобятся, сейчас вы увидите на своих экранах. Готовится винегрет очень просто. Все нарезаем кубиком и складываем в емкость. У меня здесь уже квашеная капуста. Ну вот, все наши овощи я порезала. Сейчас заправляем растительным маслом. Масло наливайте столько, как вы любите. Я не люблю, чтобы масла было слишком много, поэтому я налью где-то 3 столовые ложки. Перемешаем все. И попробуйте, чтобы вам хватало соли. Возможно, придется немножко досолить. Что же, готов наш салат-винегрет. Этот салат получается очень вкусный, яркий. Готовится он совершенно просто. И я думаю, что в ближайшее время вы обязательно к ужину приготовите этот винегрет. На этой вкусной ноте я с вами прощаюсь. Не болейте, кушайте полезную еду, смотрите мои ролики и подписывайтесь на мой канал.